Друзья, всем привет! С вами, как обычно, я, Экшн Пуля. И сегодня, как вы поняли по превью, у нас разбор трейлера к самому главному событию этого месяца, к Хэллоуину, который мы все так сильно ждем. И решили разработчики нам сделать трейлер к этому событию. И я вам скажу свои сразу первые впечатления, как только его посмотрел. Очень кратко нам все сказали. Ничего не понятно, но мы будем сейчас стараться все прояснить. Давайте же начинать. Итак, дорогие друзья, давайте разбирать все сначала. У нас Хэллоуин 31 октября. По крайней мере, в нашей стране отмечается 31. И обнова выйдет тоже 31. Трейлер в этом году вышел 28-го, а в прошлом 30-го. Итак, тут связи никакой нету, но просто трейлер вышел 28-го. Ну, немножечко заранее, да? Мне, в принципе, и так нравится, но прикол в том, что нам его кинули и типа сказали, нате, держите. Вот ничего туда не вместили, никаких пасхалочек, ничего прикольного. Просто челик берет автомат, ну, М60 наш, любимый. И у него руки превращаются как в прозрачные, как у призрака. Не знаю, какого у призрака руки, но все равно. Поняли, да? Потом он стоит спиной к нам, сзади фон фиолетовый. Чуть-чуть такой угнетенный. Угнетенная музыка, скажем так. И он поворачивается к нам в маске. Кстати, волосы седые у него. Ну, давайте же сейчас все глянем и вспомним. Как вы видите, нам сказали практически ничего. Но давайте же все разбирать. Итак, челик из прошлого трейлера подходит к М60 и берет его. И потом надпись Coming Soon, кажется, да? Ну, типа, там все такое скоро. И вот продолжение. Он берет М60, и у него происходит, как сказать, перевоплощение в демона. Да, это, кстати, демон, потому что, ну, как еще это сказать? Если что, то это маска демона Они, потому что она самая распространенная, и рога, и клыки, и вот эта скоженная улыбка такая. Ну, как, там не сильная улыбка на трейлере, но все равно. Сама маска Они делается по такой же самой схеме, типа такого. Поэтому скажем, что маска Они. Согласитесь? Да. И давайте же начнем сперва с эффекта, когда он превращается. Как вы видите, по бокам появляются такие красные полоски. И тут приходит мысль, что в режиме новом хэллоуинском, может быть, можно будет кого-то заражать, и он так будет перевоплощаться, и будет такой эффект перевоплощения. И руки вот это тоже так же само будут. Будет какая-то анимация перевоплощения в новом режиме. По крайней мере, я надеюсь, потому что это звучит и выглядит очень прикольно. Как мы видим, маска на нем, может быть, уже была до этого. Не, погодите. Ну, по логике, он ее одевает же, да? Если как-то переодеться, все такое, время. Ну, я думаю, что когда будет перевоплощаться, будет какое-то время, чтобы противник убежал. Это я уже связываю с режимом. Допустим, есть анимация, он пока перевоплощается, и вот так вот происходит. И мне кажется, что будет какое-то время дано на то, чтобы отстреляться и отбиться. Тот, кто погиб, он уже переходит на другую сторону. И мне кажется, что будет как-то рандомно выбираться один человек, который будет заражать. А потом уже будут держаться люди. Но, блин, это же глупо, по идее, да? По идее, нужна будет карта какая-то, чтобы этому человеку было легче их убивать. Или же у него будет много хп. Тут можно поразмыслить и сломать голову. Но мы не будем на этом зацикливаться и просто пойдем дальше. А куда дальше? А никуда. Ладно, шучу. Давайте разберем, где может быть происходить
событиям. Я вот даю таких два предложения. Это может быть переделанная карта Сакура, но при этом тогда не один человек будет, а несколько уже сразу. Или же будет какая-то другая карта, которая уже есть, но переделанная. Допустим, как вот этот отель. Я забыл, как он называется, ну, короче, отель, помните, да? Но не суть. Все равно. Будет какая-то карта переделанная или же новая. Но так как фон из старого трейлера сходится, ну, почти сходится из-за того, что там такие растения, все такое, то мне кажется, что это переделанная Сакура. Да и тем более же это японский Хэллоуин. А само событие Dragon Rise было тоже по типу Японии. И карта сама тоже японская. Поэтому все слаживается к тому, что будет переделанная карта Сакура. Да и тем более на Сакуре есть достаточно мест, где есть фонарики. Ну, скажем так, светильнички, да? Которые должны хорошо так придавать атмосферу вот этой... Вот представьте, ночь. И тут какой-то эффект, как сказать, страх, вот это все такое. Звуки должны быть нагнетающие, еще и звуки охоты. Вот все будет, надеюсь, так, как я себе представляю. Но, блин, мы ж не можем предугадать. Поэтому давайте же подождем и увидим результат. Обнова у нас будет ночью 31-го. Ну, допустим, там, не знаю, в 3 ночи, там, столько-то, столько-то. Короче, дождемся и увидим. Но я стопудово уверен, что обнова будет 31-го. И, по идее, на этом все, дорогие друзья. Потому что из трейлера мы больше ничего не можем выдавить. Просто челик берет М60, ну, я снова пересказываю, и превращается в демона Они. Все. Больше ничего. Если хотите придириться к деталям, то, что у него остались две волосы, то, что у него одежда поменялась, и как-то, допустим, то, что начали светиться какие-то детали, ну, придирайтесь, господи, ну, не знаю, это уже лишнее. Ну, а на этом все, дорогие друзья. Всем удачи, всем пока.